Всем привет, друзья, опять с вами Driver51Rus. Опять Вартхунге у нас идет. Игра, значит, обзорчик. Курс обучения. Взлет авианосца торпедирования. Авианосца. Так, прошли мы, да? Бомбардировка, пикирование, посадка на авианосец. Последний у нас курс обучения. Ссылочка на данную игру на скачивание и регистрацию будет под видео на канале. Скачивайте. Игра обалденная. Давайте добьем курс обучения уже продвинутый. Сетевая игра. Приветствую вас снова, пилот. Сегодня нас ждет бомба метания и пикирование. Следуйте за мной. Уничтожение наземных и надводных целей – важная часть практически любой военной операции. Для уничтожения неподвижных целей на суше можно использовать горизонтальное бомбометание. Однако для точной бомбардировки подвижных объектов оно не подходит. Для таких целей нужно использовать бомбометание в пикировании. Если Парихон, я что-то потерял. А, ого, ты забрался-то. Высота 1700 метров. 800. Сейчас будем пикировать. Блин, вид, конечно. Смотрите, какой. Красота. Внизу вон видно корабли. Наверное, их надо будет долбить. Вот и наши тренировочные мишени. Сейчас я продемонстрирую маневр. Следите внимательно. При пикировании самолет будет набирать скорость. А при слишком большой скорости может возникнуть флаттер, что вызовет разрушение самолета. Поэтому для начала я уменьшаю мощность двигателя. Но этого еще недостаточно. Нужно выпустить воздушные тела. Сейчас я лечу примерно под углом в 60 градусов. Более крутого пикирования самолет может не выдержать. Я довольно быстро приближаюсь к цели, но у меня есть время для наводки. Теперь я готов сбросить бомбу. Вот так. Мандуши тормоза. Не дыши. Мы сразу убить воздушные глаза. Теперь осталось только выровнять самолет. Следите за высотой. Начинайте выравнивание заранее, чтобы успеть вывести самолет из пикирования. Думаю, вы готовы повторить маневр. Три бомбы. Где воздушные тормоза? О, покинуть самолет даже тут можно. Опа, вот они. Аж. Ага. Полетели. Снизьте скорость. Выпусть воздушные тормоза. Аж с процентов. Начинайте пикирование. Вы выделили нужную цель. Должен появиться бомбовый прицел. Наведи перекрест цель. Упадет ты на нее. Сбрасывайте бомбу. Теперь потяните штурвал на себя, чтобы выровняться. Прекрасное попадание. Пора возвращаться. Летим к Энтерпрайзу. Хорошо, банан. О, черт. Попал, не попал. Попал. Сейчас мы садиться будем, ё-моё. Взлет, посадка. Не работают тормоза, да? 305, 306, разгоняемся, опа. Нормальная такая штука. Ручник, короче.
должна быть знакома процедура посадки на обычный аэродром. Однако посадка на авианосец довольно сильно отличается от посадки на полосу. В основном потому, что авианосец короче. Для того, чтобы затормозить на нем, необходимо зацепить крюком на хвосте вашего самолета трос в задней части полосы. Сейчас я покажу вам, как это делается. Все начинается как обычно. Выпускаю шасси и закрылки. Снижаю мощность работы двигателя. Выравниваю самолет, чтобы его направление совпадало с направлением полосы. Снижаюсь. У полосы мне нужно выровнять самолет горизонтально. Финальная стадия посадки. Сейчас я лечу вровень с попой. Внимательно следите за мотом касания. Вот и все. Мой самолет остановился. А мой еще нет. Сейчас я взлечу, а вам предстоит посадка. Интересно, обязательно эти кружочки пора летать, или как можно попробовать сесть на этот долбанный самолет? Ой, этот авианосец. Ну, как солнышко блестит на крыльях. Блин, графика вообще супер. Уже на 80 летим, ё-моё, опаздываешь ты. Компьютер. Где вообще есть там? Ну-ка, вид из салона АЦ. Я его не вижу еще. Упс. А вон он стоит. ГГГ. Эй-эй-эй. Шасси еще выпустили. Бомбу можно выкинуть. О, бомбаха. Взорвать авианосец. Полтос. Крючок где взять? Ты там, блин, странно. О-о. У вас остается время для маневров. Убедитесь, что ваш самолет движется по направлению полосы. Крючок. Проверьте где? Скорость и высоту. Готовы? Начинайте посадку. Где крючок, Вася? А, о, выдвинулся сам. Как тут? А-а-а, черт побери, не разбил он нахрен. Колеса отломали. Винт склинили. Да чё мы ж сели, чё? В чём проблема? И чё такое? Давай ещё. Опять что ли? Ветер, бабай. Да, мы тебя так посадим. Далее мой бать. Покружу тебя по этим летать. Понятно. Воу, и давай, не балуй.
еще. Ваш самолет движется со слишком большой скоростью для посадки. Вы не успеете затормозить. Заходите на мой круг. В следующий раз будьте внимания. Какая вам скорость там на, блин? Я очень мально шел. Ну, давай глушим. Так, маза, полтос. Шасси. Давай крючок выкидывай. Мутин. Шиканули нам вообще сейчас. Опаньки. Вы справились и с этим заданием. Делов-то. Думаю, вы непременно покажете себя в настоящем бою. Хорошо, покажем. Так что вот, ребята, скачивайте. Ссылочка будет под видео на канале. Игра Wild Hunter. Будет самолеты, танки. Все обалденно, сетевое прохождение. Всем удачи, подписывайтесь в группу, на канал. Всем пока-пока.